Здрасте. Здрасте. А ты с парфюмом? Чего? Джинсы сколько стоят? А, 2500. Но за 2 отдам. Долго? Пойдем. Погоди. Братан, давай за 900. Косарь. Прямо сейчас. Договорились. Но 800 рублей ты закинешь мне на телефон. А ты хорош. Я знаю. Ладно, за джинсы 1500 и вот эта футболка мне. Футболка и джинсы стоят 1600. По рукам? По рукам, но вот эти перчатки мои. Только левая, потому что я правша. Тогда ты мне накинешь сверху вон тот пирожочек. Ну ты доплатишь за этот пирожочек 20 рублей. Доплачу, но за двадцаточку мясные шарики и специи из твоей лапши достаются мне. Нет, только специи. Только специи и зубочистка. Пол зубочистки. Пол зубочистки и картонка, на которой люди переодеваются. Ух, картонка? Подло. Да. Босыми ногами на кафель. Короче, 80 рублей доплачиваешь, и пусть они нахрен все переболеют. 80 рублей, твои усы мои. Итого, джинсы, футболка, левая перчатка, пирожок, специи, пол зубочистки и картонка. 1700 рублей. Ровно. А усы? 50 копеек за усы придется доплатить. Я дам тебе 25. Я сказал 50. Братан, что думаешь? Берем. Берем. Но ты мне еще сверху отдашь свою букву Р. По рукам? По лукам. Круто.